направо. У вас полностью заблокировано. Левая нога на 2 сантиметра длиннее. Ножки ровные, бедра ровные. Легкость есть какая. Сейчас попробую наклониться. Ниже. Молодец, да? Дорогие друзья, если вы тоже хотите пройти процедуры от Акупрессура Россия, будьте внимательны. В ближайшее время специалисты нашей команды посетят эти славные города. Налево поворот. Направо. Направо тоже чуть похуже. Направо где-то недоворот градусов 35. Да, направо меньше. Сейчас поворот налево. Направо. У вас полностью заблокировано. Это вот сейчас вы зажимали мышцы, да? Да. То есть я проверял, может ли голова поворачиваться именно на суставе, а не на мышцах шеи. Значит, не работает атлантоаксиальный сустав. То есть первый и второй позвонок и соединение с черепом, они заблокированы. В идеале, когда мышцы зажимаются, на 60 градусов должен быть поворот. Здесь сразу видно. Левая нога на 2 сантиметра длиннее. Ну, сама нога, она не длиннее, потому что если в коленях смотрим, они ровные, то есть за счет перекоса таза. То есть правая часть таза у вас поднята. По тазу также 2 сантиметра. Правая сторона вверх, левая вниз. Не сгибая колени. Ножки ровные. Была левая на 2 сантиметра длиннее. Бедра ровные. Как вообще себя чувствуешь? Ну, да, нормально. В голове, как в глазах? Не тошнит голова? Не, ничего. Давай сам голову налево. Давай, давай, тянись. Еще можешь. А если вот так еще ушко наклонишь и будешь растягивать мышцы вот эти вот, ГКС-ки твои накачанные, то еще круче сможешь. И в другую сторону сам. Ну, здесь уже получше, но опять же, вот оно, что тебя держит. Накачанные ГКС-ки. Но можешь уже практически, если с моей помощью, вот он ты, смотришь так. Ну, дальше. Вот эти мышцы грудино-ключично-сосцевидные. Почему они у некоторых людей вот такие мощные, за которые можно взяться, вот, даже если они не работают? Потому что, когда не работают подзатылочные мышцы, ты поворачиваешь ими временной мышцы, длинные мышцы. И чем больше ты поворачиваешь, тем сильнее ты их накачиваешь. А она проходит рядом с артериями, задавливает у человека давление. Это может быть давление не общее, то есть он может быть не гипертоником, но внутричерепное повышенное. Либо наоборот пониженное, если тут еще заблокировано было. Все три упражнения, которые я сейчас покажу, они обязательные, но есть еще дополнительные на канале. Там Константин и Альберт показывают. Но основное это, смотри, вот смысл этого упражнения. Вот это первое упражнение. Поворот головы, насколько... ты ее поворачиваешь. Покажи, сколько ты можешь повернуть свободно, без напряжения вообще, вот на лайте. Вот так, да? Ну, да. Дальше уже включается напряжение, да? Вот смотри. То есть ты дошел до этого положения. Теперь чуть-чуть наклонил, то есть сократил, нет, ухом левым груди. Сократил немножко ГКС-ку, постарайся ее расслабить, насколько это возможно. И подбородком тянешься уже немножко с наклоном к плечу. Этому очень важно научиться. Вот сейчас посмотри на меня глазами. Вот так ты сделал, вот так подбородком. И вот так твоя задача теперь поворачиваться. Не вот так, не вот так, а вот так. Для того, чтобы дальше не качать ни ГКС, ни другие мышцы. Чтобы они уже немножко атрофировались, растягивались, а включались другие мышцы. Вот какой основной теперь смысл гимнастики. И в эту же сторону. Вот до напряжения дошел, вот свободный поворот, давай еще раз попробуем. Свободный поворот на лайте, без напряжения. Это без напряжения? Ну, теперь наклонил и пошел тянуть подбородочек. И растягиваются вот эти все мышцы. Потом наклоны просто. Ухом к плечу наклонился. До того момента, опять же, пока не почувствуешь здесь сильное напряжение, вот здесь. То есть наклоняешься, напрягая вот эти мышцы с той стороны, в которую ты наклоняешься. Эти расслабил. Если ты почувствовал, что здесь все уже сейчас дальше, ты не можешь без напряжения этих мышц наклонять. Ты зафиксировался в этом положении, расслабил плечи, повисел немножко. Вот так расслабленно повисел. Сделал выдох и еще сильнее обвисаешь.
При этом ручки расслабленные висят, плечи расслабленные. То есть расслабляешь мышцы, поднимающие лопатку, ременные мышцы. И в другую сторону, тоже ухом к плечу. Здесь похуже тянется. То же самое, выдохнул, еще чуть-чуть как бы повесил голову. Тоже здесь тянешь. Это второе упражнение, наклоны. Каждое упражнение повторяешь по 10 раз утром и вечером. И третье включает задние мышцы подзатылочные, большую прямую и малую прямую. Для этого ты отодвигаешь голову максимально назад, как бы делая второй подбородок. Прижимаю. Вот второй подбородок сделал, они подтянулись. Чувствуешь, да, они натянулись? И потом головой вверх, подбородком. Не поднимаешь голову, а как бы выкидываешь подбородок. Это ты их растянул, а это ты их задействовал. Они толкают твой подбородок. Это чтобы они не входили в спазм. Вот эти большая и малая прямые, они зачастую у нас практически не работают. Нормально. В голове как, не извини, или там наоборот схочешься? Да не, лишнего ничего. Ну, может, как бы легкость есть какая-то. Сейчас попробуем наклониться. Так, вместе, да? Ну, как пробовал. Как тебе хочется, так и пробуй. Ниже. Молодец. Дорогие друзья, если вы тоже хотите пройти процедуры от Акупрессура Россия, будьте внимательны. В ближайшее время специалисты нашей команды посетят эти славные города.